Продолжаем выпуск. О преступлениях и наказаниях говорили в Лидском технологическом колледже. Профилактическую встречу с учащимися провели сотрудники РУВД. На ней напомнили, что подростки тоже несут ответственность за свои проступки. Самое частое правонарушение – это мелкие хищения и мелкие хулиганства, а также распитие алкогольных напитков, курение в неположенном месте. Чтобы минимизировать такие случаи, с 31 октября по 4 ноября сотрудниками милиции проводится специальный комплекс мероприятий «Подросток». Встреча с учащимися колледжа стала одним из этапов его реализации. Основная задача проводимых мероприятий – это пресечение преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних, выявление взрослых лиц, которые вовлекают их в антиобщественное поведение, профилактика пьянства в молодежной среде и, конечно же, обеспечение занятости подростков в свободное время. За время проведения операции нами были проверены 144 несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, также 101 семья, дети, в которых признаны находящимися в социально опасном положении.